Добрый вечер. Чего желает такая очаровательная девушка? Может быть, Маргариту или секс на пляже? Пиво налей мне. Вы что, не женщина? Тихо. Саня, я Саня, твой постоянный клиент. А, Саня, а ты что в платье вырядился? Ты что, из этих? Что ты из этих? От жены маскируешь. Ждет меня здесь возле бара. В любой момент может меня схватить. А, так что налить? Что есть? Ну, девушки обычно любят. Понял. Немецкое, качественное, крепкое мужское. Давай. Прошу. Блин, как эти бабы эти колготы носят? Опа. А что такая красивая девушка делает одна? Может, познакомимся? Алон, чего ты? Я так понимаю, муж в командировке, ищешь жеребца на ночь? Я только что вернулся из рейса. Во мне столько силушки накопилось. Ладно, ты чего ты? Какие у тебя красивые глаза. Большие. И груди нормальные. Извините, девушка не хочет с вами общаться. Да ладно, хочет. Я ж по глазам вижу. Ну что молчишь, а? Она не моя. Не моя? Да ладно, круто. У немых же пальцы ого-го работают. Сделаешь мне массаж, а? Массаж. Короче, смотри, я тебя сейчас угощаю и едем ко мне, да? Так руки убрал отсюда. Ты что, не видишь, что я мужик? Не понял. Кослина. Он от жены шифруется. О, блин. А я думаю, что так долго ломаешься? Обычно бабы на первой фразе у меня на коленях уже сидят. Угу. А когда я достаю свой толстый моряцкий лопатник, они тупо вешаются на шею. А ты крепкий орешек. А жена где? Да тут где-то возле бара тусуется. Все меня словить хочет. Ну, круто ты, мужик, придумал. Не буду мешать. Отдыхай. Давай, удачи. Сань, что ты сразу не признался? Так как ты знаешь... Испугался я. Мало ли чего у этого Казанова на уме. Ну да. Он и женой твоей интересовался. Слышь ты! Казанова! Я тебе сейчас этот... Знаешь, куда каблук засуну? А ну стой! Вика, не ведись на его толстый лопатник!